Итак, всем привет, дорогие друзьяшки, с вами, как всегда, Санчиско, и мы с вами продолжаем проходить соль. Сейчас мы с вами отправляемся на базу чистого или грязного неба, в общем, и там мы с вами, хотя нет, мы на базу сейчас с вами не отправляемся, мы идем к Калмыку, может быть, там у пацанчиков фрессовались эти, как зовут, водочки, нам осталось или две пачки сиг, или... Одна бутылка водки, или две бутылки водки. То есть, в любом случае, по два нам нужно. Я не знаю, где падает водка. По идее... Ух, бля, вот падает, где водка. Вот вам водка и упала, называется. Здрасте, приехали. Нежданчик прилетел. Ну, ладно. Конечно, будем умирать много. Так. FPS, ты куда? Теперь что нам нужно быть осторожны. Надо купить патронов к дробовику, чтобы убивать всех этих тварей. Что-то как-то дамажит мало. Какая сложность стоит, друзья мои? Какая сложность стоит? Почему ветеран? Я не понимаю игру, она сама ставит сложности. То есть я сейчас похож на сложность ветеран. То есть это... Вам всегда так скажу. Когда вы загружаете игру, сложность ставится такая, зависит от вашего ранга. Сколько у меня ранг? Там, 1002... 3. И в топе невозможно быть. То есть в топе всегда будет больше. Я вам так скажу. Это чисто, если вы хотите быть в топе, то вы сможете это быть только в топе, если зачитерите, наверное. Больше никак не сможете. Я хочу зайти вот к этим ребятам. Может, у них есть. Я у них вот... Да ёперный ты, ёперный ты, ёперный. Театр. Как-то все не очень хорошо идет. Надо сосочи бояться. Потому что сосочи, они такие. Как видели... Убил меня он просто за кратчайшие сроки. Захотел, убил. И все. Сейчас мы посмотрим, может, у этих ребятушек у нас что-то появилось. Надеюсь, да. Потому что если у них будет хотя бы две водочки, я буду просто безумно рад и расцелую их. Нет, не буду их целовать, я не педик. Но в любом случае, скажу им огромную благодарность. Я отдам даже 800 рублей за бутылку водки. Хотя эта цена подходит для какого-нибудь абсента, я не знаю. Ну что, как дела у вас, ребят? Водярку продашь? Все, шансов у нас уже нет, то что мы сможем получить водку. Так как так? Эх вы, ребята, я-то тут думал, у вас тут есть водяра, вы бы мне ее так подогнали бы немножко, а я... Хватит свистеть, лучше бы ты мне водку продал, а не свистел. Свистеть и я могу, а водку продавать вот не хочешь? Хер с тобой, значит, ладно. Теперь мы с вами бежим на базу, это чисти небо. Может быть, как всегда, этот труп уже деспавнился, значит. Да. Блять, на. А, пиздец. Он что-то такое говорит. Че, патроны кончились? Да. Замечательно. Без патронов я просто воен номер 6. Так что, ладно. Нам нужно идти на базу в любом случае. Очень замечательно. То, что у нас кончились патроны, это прям лучший подарок от игры. Как я буду проходить дальше задание, без понятия. У нас нет патронов, у нас нет ничего. Можно так сказать. Ну, надеюсь, может быть, кто-нибудь мне их подгонит. Надеюсь. Давайте хоть поглядим, как пулемет выглядит в руках. Такая бандура неплохая. Естественно. Идти его в задницу. А Снорк может со мной прийти туда? Мне интересно. Его портнет. Может, у вас, ребят, обновился ассортимент? Пожалуйста, пусть у вас обновился ассортименты. Я спрашиваю. Я говорю, эй, Ваня, я... ты Ваня, а я Саня. Я тоже думаю. Раз про тебя собаки знают, значит, ты кто-то... Ладно.
Ваня, Саня, Саба. О, братан, респектос тебе. Слушай, завязывал бы ты, ну задолбало, честное слово. Завязывал бы. Вот завязывал, ну развязалось, понимаете? Ну не могу, ну завязал, но развязывается все. Водка, водка. Иди ко мне, пожалуйста. Хочу водку. О, это... которая... не берется. Ого. Ну что, дошло. У тебя водка продается. Мужик, все, ты сделал мой день. Респектос тебе. Даже болтом поебало получишь за это. Так. Теперь обязательно, обязательно подходим к этому чуваку, которому задавать задание, и сохраняемся. Если это то, что я думаю, то это нам придется очень много загружаться. ПКМ. АК-9. Это не то задание, что ли? После этого, значит, задание. Но минус в том, что патронов-то и нет. За-за. За-за, блин. Тра-за-за. Где мне взять патрошки, блин? Расскажи мне, плисты клин. Вашу мать. Вашу мать, кончай страдать. Тра-ла твою, блин, мать. Я вот сталкер. Да? Ну, ты в этом уверен? А, это вот тут. Это нам придется делать в другой части, я так понимаю. Потому что сейчас мы с вами тогда сходим, знаете куда? Сейчас мы с вами отправимся тогда покупать мазь у калмыка. Разменивать, точнее. Потом принесем мазь нашему чуваку. И уже после этого, я думаю, отправимся куда-нибудь на кордон за пушками, патронами и прочим. Идите в задницу, я с вами не играю в ваши игры. Ваши игры мне не нравятся. Также нам бы неплохо было бы сходить и взять наш тайник, потому что... ну, не наш тайник, а тот, который появился. Вдруг там будет пушка и патроны к ней. Я бы был очень рад этому, но не уверен. Там нам, скорее всего, попадется артефакт. Это, конечно, я не говорю, что артефакт это плохо. Артефакт это еще замечательно. Но, понимаете, когда вообще нет патронов, тому артефакт не котируется как нужная вещь. Но, понимаете, я думаю, меня понимаете. Эта часть будет меньше, чем были те, поэтому простите. Она будет минут 15-20, может быть, даже 15, может, даже 12. Я не знаю. Ой-ой-ой. Потому, почему? Да потому что времени у меня вообще не осталось. Я вот записываю для вас, но у самого у меня сейчас времени. Мне еще нужно минимум 3 игры записать. Это во-первых. Во-вторых, мне нужно еще кое-куда сходить. А сейчас уже где-то часов 9 вечера. Поэтому, блин. Не ок. Ну, че ты, калмыченыш? Пришел за мазью. Водка? Нет, не туго. Пришел за мазью. Водка? Окей. И у тебя водка. Я его сразу по КД буду покупать. Друг, чё, как, почему и так далее. Теперь. Сходим за тайником. Посмотрим, что у нас в тайнике. Как раз вы будете знать, хорошо это или плохо. И тому подобное. Для тех, кто первый раз смотрит мой канал, прошу не обращать внимания на собаку. Она будет лаять, потому что это собака, и я с этим ничего не поделаю, и извините, и простите, и, короче, не обращайте внимания, вот и все. В общем, нам недалеко осталось, я не уверен, что там что-то хорошее будет, хоть все-таки редкие стоят, но не всегда редкие, самые хорошие, значит. Тут у нас может попасться какая-нибудь билиберда, которая нам абсолютно не нужна, то есть, типа,
5 гранат подствольных, там, какой-нибудь подствольник навороченный и какой-нибудь там, не знаю, ствол без патронов. Ну, ствол, конечно, это было бы неплохо, даже без патронов, но ладно. Не могу сказать. Мне интересно, телепорт-то убрали, который был. Посмотрим, в общем. И, кстати, сейчас зайдем, тогда посмотрим. Раз мы по пути идем, зайдем, посмотрим, что у нас в той яме будет. Помните, который в чистом небе у нас лежал детектор? Что же у нас там сейчас лежит? Я что-то не могу сказать. И что же у нас тут? Как вы думаете? Ну, смотрим. Сказал, смотрим. Подождите-ка. Дайте я включу худ. Просто не вижу, где тут маркер, которому... Оп. М-ка. Неплохо. Костюм. Вообще неплохо. 8 килограмм, то есть уже у нас почти перевес. Плюс 2 вот таких артефакта, которые обязательно нужно брать. Нам придется откладывать сюда что-нибудь. И это будет АК... Нет, не будет. Он сильно дорого стоит, чтобы откладывать его. Ну, ладно, прощайте руки. Одну ногу нам нужно, хвост нам нужно. Энерджик нам не нужно. Патроны к пулемету нам тоже не нужно. Берем это. И это. И мы можем ходить, да? Калаш мы можем взять? Какой-то необыскиваемый тайник, короче. Так, хорошо, теперь с вами сходим к концу решетки и посмотрим, что у нас в той нычке. Мы взяли такой костюм, его можно продать или оставить для коллекции. Перестойкость вообще ни о чем, но ничего. Вот почему я люблю редкие тайники, пусть они падают очень редко, даже бы назвать очень редкие тайники, а это куда? Опа, на Агропром. Знаете, что мы тогда с вами сделаем, друзья? Ну, возьмем задание. А вы, блядь, откуда взялись? Успокойся. Иду к тебе, не переживай. Все хорошо. Я бегу к тебе. Тра-та-та. Я беру с собой кота. Мы возьмем задание у этого. Оп. На, как его зовут? На красного псевдогиганта. Для чего? Для хорошего. Для всего хорошего. Для того, чтобы пройти это задание, не помню, что за него дают, но пройти его определенно нужно. Я думаю, мы это и сделаем. Только вот один минус, когда мы на... Это, как его зовут? Возьмем задание, сразу, после того, как его возьмем, спавнится этот моб. Он, конечно, безумно жирный, у него там реген и так далее, обычные мобы его никогда не убьют. Но не всегда получается прийти к тому моменту, когда он остается живой, то есть... Я вообще не уверен, что тут что-то хорошее для нас будет. Но все же. Попробовать же нужно, ребята? Нужно, обязательно нужно. Я уж просто не помню. В солянку, когда я играл, я не помню, что там есть. Есть ли там вообще что-то. Или может какой-то там детонатор стоит. Я там сдохну моментально. Игра будет вылетать и все. Не дай бог, конечно, но все же. Посмотрим, что у нас тут имеется. Две бутылки водки. Тут у нас, естественно, ничего не имеется. Вы мне хотите сказать, что я сюда ходил за двумя бутылками водки? А, ну да, водка это все-таки то еще дело. Типа больше реально ничего нет, да? Только водка и хардкор. Хорошо, ну что ж, нам придется возвращаться. В любом случае,
сдавать задания по мази, брать задания на псевдогиганта красного. После этого идти на агропром, потом... А, кстати, шинковалка лежит здесь, интересно? А с чего бы она должна лежать, интересно? Вот именно. Ей тут и не должно быть, по идее. Тут у нас труп где-то может быть. Но не лень его искать. Так как нам сейчас идти довольно-таки далеко, поэтому нужно быть осторожным. Интересно, хватит ли нам места для того, чтобы взять игломет, который нам дадут для красного псевдогиганта. Золотая рыбка. Ну и ладно. Как не обойдусь без золотой рыбки? Мне вот интересно, есть ли тут... А, шиш с маслом здесь есть. Если только. Так, ну да, нам не особо далеко бежать. Потом, конечно, придется обратно все это проделать, этот долгий путь. Но что ж, раз начали, то нужно. Потому что все-таки это несложное задание, прийти, стрельнуть один раз и прийти обратно. А экзоскелеты нам дадут только после того, как мы с вами поможем отбиться ему от наемников на кордоне. Халяве, или как он там зовется-то. Кабанчики, это вы сюда не зайдете, да, друзья мои? Или, видимо, зайдете. Ну, что-то вас тут много сильно. Я знаю, что сейчас, наверное, сходить не смогу после этого, но ничего. Теперь можно уже и нормально, на нормальную дорогу вернуться и нормально бежать. Или нет. Так, нам в любом случае вниз идти нужно. Блин, долго это все, долго, конечно, но ничего. Долго не значит невозможно. Патронов. АК-9 у нас есть? АК-9 же стреляет тоже такими же патронами, как и эти, да? Да, точняк. Ну, значит, не судьба нам сегодня пострелять нормально. Но там нам дадут винтовку один раз выстрелить, и главное. Но там же не один псевдогигант будет, там еще будет народ. Так. Сейчас опять у нас будет куча снорков здесь, как вы помните, потому что они здесь любят находиться и выносить базу чистого неба постоянно, причем. То есть это не один раз, не два раза, это постоянно будет у вас. То есть, когда они будут приходить и выносить базу чистого неба, и все тут. Аж тут труп лежит. Здрасте. Было приятно с вами познакомиться, но мне сейчас как бы не до вас. Мне нужно отнести старому хрычу мазь и потом взять задание на псевдогиганта этого чертового. Так, давайте сохранимся. Хам. Привет, Василий, танцуй. Опять шутишь? Я стоять это толком не могу. Да нет, Василий, не шучу. Я нашел то, что обещал. Вот держи три баночки мази, как и вы договаривались. Выручил так выручил. Но теперь ты для меня самый лучший клиент. Я тебе всегда бездорожье обслужу. Апгрейдом занимаешься? Тридцать косарей. У тебя 1000 рублей только. Мать вашу, Василий.
500 рублей костюм стоит. Я носил костюм, то есть я бегал, рвал жопу из-за костюма, который стоит 500 рублей. Замечательно. Это может у него, конечно, стоит 500 рублей. О, это появился. Что ты мне расскажешь? Привет, кот. А, да вот одна водка и спасает. Знаешь, такое чувство. Ну, короче, я прочитаю и вам расскажу. Хорошо. Найти двух монолитов, у которых должны быть с собой личные блокноты. Привет. Переделанный игломет и невозможность ходить меня вымораживают. Зря я не продал все-таки ту штуку. Ой, как зря я не продал. Буверт мне нужен. Сколько у меня перевес? 1 килограмм. Ну, 1 килограмм это не проблема, по идее. Выкинем. Жалко, но надо. 400 грамм. 400 грамм. Все, можем бегаться. Вот, вот эта вот штука. Переделанный игломет. И теперь быренько в быстром темпе обязательно бежим на Агропром искать этого псевдо-чертового гиганта. Потому что если мы это с вами сделаем, мы вроде ничего не получим. Нет, не в том смысле, что мы ничего не получим, мы зарабатываем репутацию таким способом. Так что нам в любом случае придется выполнять эти задания. Хочешь не хочешь, а надо. И бежать нам, кстати, очень пипец как далеко. В самый конец болот. Но что поделаешь, жизнь такая. И монолитовцы у нас находятся, я точно не помню где, но в следующей части я вам расскажу, где они находятся. Я не буду смотреть, я сам поищу, скорее всего. Хотя, не знаю, может и посмотрю, чтобы долго времени не тратить. По идее, один вроде точно должен находиться где-то вот тут. А второй, не могу сказать, где именно находится. Поэтому, уж извиняйте, если что, если я не знаю. В этой части я, конечно, обоих не собирался находить. То есть обоих. Двоих их не собирался находить. И поэтому мы сейчас идем тупо за псевдогигантом. Вообще, по идее, надо бы сделать вот так. Ты что творишь? Игра! Успокойся. Какой 238? 6. Вот, все, сохранилось. Так. Монолитовцы, я не помню, что за эти квесты даже дают, если честно. Но столько у нас артефактов, что нам реально нужно будет все выложить. Потому что это реально очень много, перебор. Нам столько не нужно просто, сам по себе. Тут у нас должны быть враги, я точно вам скажу. Ну, не такие враги, конечно. Ну и, как дела? Могу на вас пощелкать. Ладно, ребята. Где специгла? Вот, специгла. Бегают тут шальные... Тварюги. Не достать вам меня, ребята, не достать. Надеюсь, по пути меня не убьют, потому что здесь должны быть враги. Вот один из монолитов. А нет, это... Какой монолитовец? Это больше похоже на снорка. Чем на какого? Там вот у нас враги. Но нам все равно возвращаться сюда придется после того, как мы его пометим. Нет у нас тут шинковалки, нету. В жопу иди.
Так. Псевдо-гигулька у нас находится. Сейчас я вам покажу. Вот тут. Так что нужно бежать к псевдо-гигульке. Тут, кстати, могли доспавниться куча военных, поэтому надо быть осторожным. Но псевдо-гигульку мы пометим обязательно. Стрелять в него нельзя, в него нужно только один раз попасть. Ну, я имею в виду с этой штуки. Другого оружия по нему стрелять нельзя. Ой, псевдо-сучки. Мне нечем вас убить, так что успокойтесь. Вот тут у нас где-то находится псевдо наш гигант. Он должен ходить здесь. Порву. Ну ёпта, хватит эти делать. Баги. Нужно это может как можно быстрее делать. Вы не предлагаете пройти все это заново? Ну хорошо. Как скажете, зато я возьму игломет. Фу, блядь. Какой нафиг игломет? Я возьму... это как его? Выхлоп. С тайника. Давайте попробуем с вами сходить. Сдать. Это, конечно, пипец как долго, но попробуем. Так, тут могли появиться бандосики. Они появились. Ну, пошлем их нахер. Так как нам не с чего их убить. Мы просто пробежим мимо них. Быстренько сохраняемся. Быстренько бежим. Быстренько все делаем. Быстренько все быстренько делаем. Все делаем как можно быстрее, как можно лучше, как можно чаще, как можно... Ну, охуение, короче, все делаем. Нам, по идее, вообще с кордона, когда мы вот все вот эти все дела на болотах сделаем, нам нужно будет унести кучу, блядь, твари ебучие. Где я теперь пушку должен свою искать? Загружаемся, ребят. Сразу убираем нахер оружие. Мне его жалко просто, потому что я не хочу просрать это оружие на каких-то сраных собачках. Я видел артефакт сбоку, не надо мне этого говорить, мне просто лень подбирать ее, так как они уже бесполезны и мне уже нафиг не нужны. И собаки подождут. Пусть весь мир подождет. Кстати, там могут появиться бандиты. Для нас сейчас будет очень фатально, если они там появятся. Поэтому нужно как-то быстренько переходить через локацию, чтобы они нас не успели и своим действием фигануть, и просто вообще не успели домажнуть. Нам это, естественно, не нужно, и мы так уже переходим к локации и выкладываем сейчас все, что можно вообще. Так, замечательно. Мы с вами тут. Тут у нас, как вы помните, куча всего. Откладываем сюда это. Откладываем сюда снайперку. Откладываем сюда это. Мозг отложим сюда. Документы давайте дадим Акиму. Антидот. Теперь поговорить с главным часовым. Старые документы в X18 находятся. Мы их чуть позже принесем. Дробовик, блин, было бы неплохо к нему патронов взять на самом деле. Я могу взять изоморф, но вот эти вот, кстати, возьму. И куча артефактов нужно сюда отложить, которые мы используем сейчас. Не будем, а купить замок.
золотую рыбку, вот эти вот, вот это, вот это, вот это, один отложить этот, вот эти вот бесполезные артефакты, такие ноги, руки, пасти твари и прочее. Такое. Так, вот такой. Зачем патроны обратно положил, понятия не имею. Водку одну оставлю, мешок в мешок отложу. Так, что у нас еще тут? Вот это второе. Я знаю, что у меня это одето было, ребят. Не говорите мне, я знаю. Так, у нас теперь есть патроны к этому оружию. Давайте еще возьмем десяточку, которую мы тогда не взяли. Есть ли у нас обычные? Да, 18 патронов обычных есть. Тоже берем обязательно. Сейчас ход отключаем. Берем выхлоп вместо снайперки теперь. У тебя вообще ничего нет. Тут же выхлоп у меня лежит. Да, тут у меня лежит выхлоп. Сколько к выхлопу у меня патронов? К выхлопу у меня патронов очень мало. Но мы с вами будем играть по хардкору. Мы с вами берем пулемет и открадываем его обратно. Классный хардкор, да, ребята? Берем тогда вместо этого, берем... Что у нас тут? Что у нас? С чего можно пострелять? К выхлопу вообще патронов нет, что ли? Да, вообще патронов нет. Калаш какой-нибудь нужно брать, потому что патроны к калашу имеются, а калаша самого не имеется. Блин, я так задолбаюсь постоянно. А, погодите. О, я знаю, что мы с вами возьмем. То, что у нас есть к нему патроны, это уже хорошо. Возьмем с вами, походим с Мосинкой. Возьмем еще патронов на Мосинку. У нас есть еще какие-нибудь патроны на Мосинку? Есть, но их мало. Вот теперь у нас будет главным оружием Мосинка. Она же этими патронами стреляет. 7.62.54. Это какой? Где он вообще? 7.62.39. Издевается надо мной, что ли? Она снайперскими патронами стреляет. Ладно. Хорошо. Хорошо. Вот это точно этими стреляет. Так, хорошо. Тут все взяли. Отправляемся в путешествие. Путешествие. Ага. Путешественник нашелся тут. По идее, у нас все равно нет 40 килограмм. Собаки, идите в задницу. Я с вами не дружу, не дружил, дружить не буду. Нам нужно сдать это задание, посмотреть, что они сдадут, и закончить часть. Потому что часть получается больше 20 минут, гораздо, я уверен. Уже. Поэтому я сейчас тупо добегаю, смотрю, и все, по идее. Следующие документы, которые нам нужно найти, находятся в X18. Для Акима. Вроде как. Поэтому нам нужно будет наяривать в X18. Сейчас мы можем сдохнуть. Давай уже, ну. Куча аномалий на дороге. Кто расставил их? Еще псевдосучки бегают везде. Давайте сохранимся, я сказал. Вот, сохранимся. Так. Замечательно. Пока у нас все хорошо идет. Чего стоишь, сталкер? Хочешь пройти, иди сюда. Говорить будем. Нет, вали отсюда по-хорошему. Хочу пройти. Держи. Лучше я буду давать водку, потому что оббегать мне лень там. Чего стоишь, сталкер? Хочешь пройти, иди сюда. Оу. Говорить будем. Нет, вали отсюда по-хорошему. Ребят. Мы можем сейчас... завершить два дела за раз, но это с нашим вооружением будет очень сложно. Давайте попробуем. Снимаем прицел. И начинается хардкор. Чё? А, what the fuck, лол. Я забыл, что нужно контролировать. Это будет жестко, ребята. Это будет очень жестко. Надеюсь, он не уязвим. Хотя он уязвим, скорее всего, но...
Кто-нибудь, помогите! Вставание провалено? Как я, блядь, должен все это завершить? Вот как? Представляете вообще это, а? Я вот нет. В общем, это будет хардкор, ребят. Я вам честно признаюсь. Мы будем очень долго это проходить. Сколько их там? Их там много. Ну. Кто-нибудь, помогите! Да ладно, я прошел. Вернуться к Сфиблову. Как? Как я, блядь, смог это сделать? Как? Ух ты, ёперный ты театр. Это просто адский ад. Чувак, халява. Ты вообще пипец просто. Какая из них получше? Это почти нулевый, это почти... Ух ты. Ни у кого, главное, патронов нету. Как назло. В пулемет ни у кого нет патронов. Что это вообще такое? А кто там еще один такой, который завалил других? Может, хоть в одном? Издеваетесь на мной, что ли? Кто вот ты такой? Андрей Чипа. А друган его, про которого он говорил, помните, ребят? Я лучше теперь буду покупать на всякий случай это. Потому что и вот так надо сделать, FPS поднять. Теперь мы с вами бежим спокойно душой на болото. У нас два выполненных задания. Два. Целых два. Замечательно. И это очень круто. У нас, опять же, нет патронов. Пушки я несу, чтобы сейчас Сидорычу сдать по 100 рублей где-то. Но ничего. Оставим себе такой экземпляр. Поиграем. Походим с ним. Ох, как хорошо получилось. Ох, как хорошо получилось. Я не думал, что у меня прям получится, но, видимо, получилось. И мы замок не купили. Это тоже круто. И вот сейчас интересно. Спиздили, если эти товары, то мне придется их... Нет, все хорошо. Все хорошо. Так. Сначала... Сдаем, чуть не сказал, не Федоровичу, Сидорычу, это как его зовут, весь хлам. Есть? Не есть. Ух ты, хлам по 5 штук стоит, ни хреново так. Неплохо. 19 штук. Хороший товар. Да вообще неплохой, да? Я тоже так думаю. Хорошо. Товар просто прекрасный. Ну, будет еще? Заходи. Ну, проветришься, заходи. Зайду, мужик, наверное. Сейчас нам главное пойти и сдать кучу заданий. Как раз сейчас... Эта часть будет как раз, вот, наверное, заканчивать. Хотя нет. Я имею в виду, в смысле, не в полностью заканчивающую солянку. Я имею в виду, заканчивающую именно... Этот, как его, болото. Хотя на болотах еще останется один квест. Ну, посмотрим, в общем.
Так, хорошо. FPS. Ух ты, все зелененькие, замечательно. А, так, сейчас что-то забацай. Давай, забацай. Давай. Сейчас только будет, наверное, этот. Сейчас мы сдадим задание и кончим с вами. Ну, закончим, я имею в виду. Сука, на, сука, на. Бля, на. Тварюги. Так. Надеюсь. Сейчас, кстати, зарандомим, я думаю. Зарандомим, сдаем задание, одно рандомим. И, короче, смотрим, можно ли бегать в экзоскелете штурмовичок. Если можно, то берем его, одеваем и бегаем. Бегаем, бегаем, бегаем. И еще раз бегаем. Ну, опять же начинается. Ну, бесконечные, непрекращающиеся войны. Умрите, мне абсолютно срать, сдохнете вы или нет. Потому что бесполезно выделять сюда бойцов, тут все равно все сдохнут. Снорки, они такие. По КД нападают. Давайте сначала с экзоскелетом сходим. Потом уже сходим по поводу псевдогиганта. Так, сохранимся. Тут точно дают вроде бы. О, кормилец! Чем пришел? Гашишем. Не, Сева мне не нужна, братан. Сори, но от Сева я откажу. Откажусь. Так, надеюсь, теперь ты мне дашь что-нибудь интересное. Чем пришел? Модифицированный. Почему ты мне даешь одну севу, чувак? Или тут так сильно изменили, что он только севу дает? Мужик, может, ты мне дашь что-то кроме севы? Севу, пожалуйста. Пришел? Пожалуйста. Кевларовый экзоскелет С. Да, значит, нам рандомить придется еще долго. Часть продлится долго. Я хочу посмотреть... И вам дать посмотреть, возможно ли бегать в экзоскелет штурмовик. О, кормилец! С чем пришел? Склеим. О! 100 килограмм. Нет. Бегать в нем так, как в том костюме, не представляется возможным. Зато он дает плюс стойкость 80. Но, ладно, давайте будем. Пусть у нас будет дополнительный экзоскелет штурмовик. Потому что ничего другого хорошего мы не получим. Давайте также сходим к этому, зададим задание, скажем. Все. Огненная душа. У меня этих огненных душ уже. А не. У огненных душ у меня ни одной не было. Вру. Все вру. Круто. В общем, у нас теперь есть такой экзоскелет, как дополнительный. То есть у него мы будем перетаскивать объекты какие-то дополнительные. Спасибо всем, дорогие друзья, за внимание. С вами был, как всегда, Сэнчуэйт Фул. Всем до встречи и пока.